Радио 54. Во-первых, как появился БАРТ-проект «Станция Сибирь»? Вот мы собрались, достаточно умудренные опытом, все организаторы, авторы, исполнители. Крестный отец той мафиозной группы. Ну, у нас, видите, у нас нет генералов, у нас все ефрейторы, поэтому тут все достаточно так просто и демократично. Вот мы собрались и решили. Форма существования жанра классическая, да, это фестивали авторской песни. Вот, есть проблема разрозненности некой территории и чисто и материальные, и даже политические сейчас проблемы, что люди перестали общаться в реальном мире, вот на дальних округах. Если в советское время можно было там незадорого съездить куда угодно, то сейчас это проблематично. Поэтому вот мы, собравшись вместе, решили, что надо что-то делать. И вот появился такой БАРТ-проект «Станция Сибирь», центр сюжетный которого — это формирование десятки. Формы существования — это фестиваль «Станция Сибирь», который будет ежегодный фестиваль. Вот в этом году он первый будет. 27 июня он начинается прологом в концертном зале «Каца», где будут московские звезды и сибирская десятка. И 28-го в парке у моря Обского открывается фестиваль уже в своем вот настоящем таком фестивальном полевом режиме. Вот это внешне. И следующий заключительный этап. Это палаточный лагерь. В парке, да, это палаточный лагерь. Вот, по завершении фестиваля сборная представлена, отпелась. Начинается формирование сборной следующей уже на этом фестивале. Десятки на следующий год, 2020 год. Будет ее формировать уже не наша компания, которая презентовала первую десятку, а мы выберем по большинству представительства, кто к нам приедет. Скорее всего, это будут томичи, судя по всему, вот по ожиданиям. Они будут формировать десятку на следующий год. То есть максимально независимая такая история будет. Независимая история. Я еще раз говорю, что генералов у нас нет, у нас все ефрейторы, поэтому мы договариваемся и делаем все вместе. Вот. И далее в июле, в конце июля, десятка едет у нас на фестиваль «Беларусь», который называется «Большая БАРТ-рыбалка». Чуть попозже еще поговорим про фестиваль в Беларуси, а пока очень хотелось бы услышать что-нибудь прекрасное. Ну, это Леонид. Ну, поскольку в Новосибирске проводится новый фестиваль, вот, хотел спеть... Вашу песню будете спеть? Нет, я спою песню нашего новосибирца Александра Тарараева, который написал песню про наш Новосибирск в далекие 80-е годы, когда еще не было еще метро. Метро только еще проектировалось, тоннели какие-то, копались ямы. А в песне у него уже звучит метро как место встречи. Послушаем. Уже давным-давно весна, а все снега идут на бис. Не хочет с прошлым расставаться снегопад. Пришел, увидел и узнал, тебя открыл Новосибирск. Ждал погод и непогоды коротал. Видал другие города, ты мой шлагбаум на пути. Люблю твой лес, твой серый цвет, Новосибирск. Твои сугробы, холода, твой переполненный мотив. Полузакрытый облаками солнце диск. Когда на улицах темно, то стережет прохлада сны, обычно с северной Норильской стороны. Зачем раскрыла ты окно? Ведь в мае ночи холодны, в Новосибирске стали ночи холодны. Видал другие города, ты мой шлагбаум на пути. Люблю твой лес, твой серый цвет, Новосибирск. Твои сугробы, холода, твой переполненный мотив. Полузакрытый облаками солнца диск. Бегут в тоннелях поезда, минуя главный наш вокзал, а местом встречи стали станции метро. И я спешу не опоздать, еще взглянуть, еще сказать, пусть будет больше впереди у нас дорог. И да,
видал другие города, ты мой шлагбаум на пути. Люблю твой лес, твой серый цвет, Новосибирск. Твои сугробы, холода, твой переполненный мотив, полузакрытый облаками солнце диск. Видал другие города, ты мой шлагбаум на пути. Люблю твой лес, твой серый цвет, Новосибирск. Твои сугробы, холода, твой переполненный мотив, полузакрытый облаками солнце диск. Полузакрытый облаками солнце диск. Мурашки патриотизма бегут по моей спине. Я бы сказал, что мы сейчас с Настей просто сидели, слушали, и улыбки вот так вот у обоих до ушей. Мне кажется, на фестивале тепло, будет совершенно прекрасно тепло, и очень тепло. Одна из лучших песен о Новосибирске, вот по моему глубокому, не только по моему глубокому убеждению, да, жаль, что она не претендует на то, что, чтобы стать гимном, хотя она может и реально стать. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.